с обновленной сцены в новый концертный год. Праздник по случаю Международного дня музыки в детской музыкальной школе отмечается ежегодно. Под аплодисменты зрителей, преимущественно родителей, концертную программу открывает средний хор девочек «Весенние голоса» под руководством Светланы Каменской. Юные хористки приглашают на прогулку по приветливой улице в сопровождении солистки Екатерины Чекушиной. Весенние голоса Светланы Каменской сегодня звучат и нежно, и игриво. Слышен топот копыт, и вот она, милая пони, предстает в воображении юных хористок и зрителей. В основном мы стараемся, чтобы прозвучала в концерте и популярная музыка, такая, которая на слуху и вызывает восторг и узнавание у публики, и, естественно, знакомить с какими-то образцами высокой музыкальной культуры тоже. Установленный по инициативе Музыкального международного совета ЮНЕСКО свыше 40 лет назад Международный день музыки был призван реализовывать идеи мира и дружбы среди народов. Молодежь выбирает музыку, потому что иначе не может. Гармония звука – это гармония жизни, своеобразный творческий фэн-шуй. Лучше всего слушать такую задушевную музыку, потому что она заставляет задуматься о чем-нибудь. Какой была бы жизнь без музыки? Скучный, грустный, не было веселья без музыки. Практически все народы занимаются музыкой, слушают, все люди знают, что такое музыка. И я думаю, что у музыки должен быть праздник. Для одинцовских музыкантов 1 октября праздник двойной. После продолжительного ремонта главная сцена школы обрела новое дыхание. Были отремонтированы классы, обновлен фасад. Перемены стали возможны во многом благодаря директору школы Галине Федоровской, коллеги которой ежегодно открывают новые имена и закрепляют успехи на городских, районах и областных фестивалях. Международный день музыки на сцене и педагоги. Марина Заколата, Людмила Караваенко, Ольга Ефремова, Екатерина Нефедова и многие другие. Одинцовская музыкальная школа – это большая семья со своими традициями. Например, окончив училище или консерваторию, возвращаться в родные пенаты уже педагогом. Что может быть притягательней музыки? Только музыка. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».